Всем доброго утра! Мы проснулись, улыбнулись. В общем, отфоткала я пряники, упаковала их, вернее, сначала, потом пофоткала. Благо, редактор потом позволяет света немного добавить. А то так, конечно, все равно темновато. Несмотря на то, что на улице солнце, но возле окна мне никак их не установить. Вот поэтому вот так вот. Вот они, красавцы. Два набора на Кристины. Мне очень нравится, если честно, я смотрю, это прям нежность нежная, и вот эти вот коробочки мне тоже очень нравятся, мне кажется, они добавляют такой нежности, вот, и два набора цифры 12, два одинаковых, ну, я думаю, что это ничего страшного, одинаковое, конечно, делать легче, в плане того, что и количество цветов замешивать, количество мешков тратится меньше, и... ну, то есть фантазии уже не всегда все нормально. И вот такая вот машинка получилась. Готовлю кашу, насыпала кашу уже. Слушайте, вот это как будто я не знаю, что тут плавает. Это на самом деле чернослив. Вот такая вот каша с черносливом. Конечно, выгоднее покупать просто ясно солнышко, любой номер, без добавок, потому что там полная коробка, а тут просто вот пакетик, да, с небольшим количеством. По граммам, то есть выгоднее. Но чернослив же надо еще купить. И, в общем, вот так вот у нас такая каша. Застегнуть тебя? Ты куда собрался? Ну, я комар буду. Ты Дедушка Мороз будешь? Да. Мы завтракаем. Мама, сколько дышать? Сейчас? Сейчас? Дышать. Это кто сказал? Гриша? Ну хорошо, ну садись, тогда мы с тобой начнем завтракать, да? Да. А вон она, там Вика, каталка. Да. И ложка маленькая. Чай, каша и ложка маленькая. Да. Кто будет пряники делать? Да ничего страшного, вытереть тебе сейчас. Да, Фони, вот уже первая бабочка готова, да? Да. Ну, она папа видела. Очень красивая, да? Да. С бусинками. Садись сюда тоже. Мне тут... нужно большое. Ага. Это не смешно. Пока буду ждать. Подожди, сына, подожди. Нет, ты вот так держись. А вот это он делал, вот это он балку делал, а это тоже он делал. А вот это кто делал? А, Вика. Гриша? Вика сделал. Покажи. Вот. Вот это он делал. А вот я уже знаю, как я Софи знаю. Вот два. Сердечко и зайчик. Ага. А это все мы съедим. Хорошо. Кроме сердечка и зайчика. В понедельник я понесу. Хорошо. Надо тогда, когда они высохнут, да, отложить. А добрый день, я люблю. Да? Да. А ведь это какой у меня памятник. Красивый? Да. Что вот это такое? Что вот это такое? Кто, кто так одевается? Вика меня. Гриша тебя одевает? Да. Ну и как, тебе так нравится одеваться? Да. Молодец. А вот Гриша не очень. Гриша даже не очень? А я вот так. Хорошо. А тебе очень? Антош, ты, мне кажется, ты, тебе надо еще кофту, хорошо? Ты так в футболочке замерзнешь. Готовлю обед, потому что уже мало времени. 11:30, скоро Сержуня приедет. И здесь у меня свинина мелко порезанная, лук, морковка, болгарский перчик замороженный, соль, перец. Что еще? Здесь вода уже закипела, сейчас буду варить вот такую вот лапшу, которую я вчера купила. Решила, что с ней буду готовить такую вот подливку из свинины. Так,
У меня все готово, прям лапшу сюда добавила вместе с водичкой от лапши немножечко сюда. В общем, вот такая вот штука получилась. И хочу еще сделать салатик, но прежде пойду вывешу белье прямо на улице сегодня. Что у нас там, знаете, сколько плюса? Аж плюс 17 показывает. В общем, супер. Сейчас пойду на улицу, дети уже там. Тут цветочек, его нужно на улицу высадить, это гвоздичка. Я вот не знаю, не рановато ли его еще высаживать, потому что обещают вроде бы понижение температуры. Я тут просто Гришкино кимоно достиралась, его нужно срочно на улицу, при таком тепле оно должно быстро высохнуть, потому что нам сегодня к 6:30 на тренировку в Динскую ехать. Так, я уже пряники отвезла, а Фонька собирается на улице. Это уже они второй раз идут, потому что первый раз они уже поиграли. Потом зашли дома, покушали, папочка их покормил. Да. Так, а ты обувать вторую сапожок не будешь? Мама. А Фоня, ручки покажи мне, у тебя есть ручки? Мама, вот так правильно. Вот так правильно, да. Сапоги в Декатлоне, вообще непонятно, где правая, где левая. Они, по-моему... Вот белого. Нет. Вот. Белого, угу. А вот правого. Да. А вот белого, а вот правого. Да. Рубанинова. Да, ты все правильно сказала. Вот лапка. Шапка. Нет, у меня огонь, а мячик. Мячик и огонь, да? Да. Давай курточку одеваю. Ну, вроде бы тепло на улице, но все равно надо еще пока одеваться, да? Да, куртку. Да, без куртки еще пока рано. Давай одевай курточку. Или тебе помочь? Мы купили лапку. Мы тебе купили шапку? Да, эту. Огонь и лапку, а мячик. Огонь и мячик. Мама, тебе помогу, помогу, чтобы рукава не задирались, да? Маленький мой. Мячик ему прям в лицо сюда, вот вся щека, он краснючая. Попали, да? Игра. Фонька заснул с Бабой Ягой вместе. Ему тут читала. Потом он сам листал. И прям даже заснул. Так, мы с Григорием собрались. Сейчас заедем еще за Арманом. И поедем на тренировку в Динскую, к сенсею. Это круто, да, Гриш? Мы уже не первый раз, так что... Нет, но все равно очень интересно, да? Тебе нравится вообще? Сенсей очень сложно, тренировки ведет. Ну, интересно же. Нет, интересно то он как рассказывает. Да, то, что он рассказывает, это всегда очень интересно, да? Гриша, ну оторвись ты от телефона. Ну ладно. Вот это красота. Вкусно? Какой вкус? Вкус сладенький. Так, каждый раз газированный, потом нормально. А там газированная вода? Ну да, пузырьки идут. Ой, мне так вкусно. Чего ты хочешь? Бизнесмен. Кем Арман хочет быть? Чтобы был свой отель. Круто. А Гриша тебе его спроектирует, да? Точно, Гриша, ты же хочешь архитектора. Я бесплатно не работаю. Даже по дружбе скидку. Один, все, какой-то у тебя друг не вызов, не Арман. А мы будем с Гришей каждый день пиццу кушать. Нет. Так, роллы нам принесли, очень здоровское это, чайничек. Боже мой, какой он маленький. Еще и пицца у нас. У нас большая, потому что у нас же большая семья. Одинаковый. Пицца, да. У него сколько-то другая, да? Ну, у нас название только раз. Не, ну вы заметьте, это больше подражает. Не, ну размерчик, да. Не, ну размерчик-то понятно, что разный. Так, мы уже дома, я сразу за монтаж. Монтирую 15 число, когда я ездила в посуда. Это на посуда, в посуда... Что там было в посуда? Как это называется? База, в общем, посуда. Ты что делал без мамы-то? Мы пока что гуляли, потом папа нам разрешил в компьютер, мы стали, поели там и смотрели, как в мире началось землетрясение. Страшно. Я пошел, посижу. Как тренировка прошла, Григорий? Офигенно, теперь должна быть тренировка по... компьютерам? Ну да. Прекрасно. А то, а вот... Что вы там читаете, молодой человек? А бабу где? Мама.
деду, как у деду, это деда, а это бабка, а это курочка. Курочка? Да. Как ее зовут? А я тут. Ну ты, курочка. Ну, куда ты? Курочка. Курочка Ряба ее зовут. Курочка Ряба. Андрюш, подожди, он рассказывает нам сказку, потом ты. Так и что у них там происходит в жизни? А как и баба деда? Иван молит, он говорит. А вам лепоту, вам облокоту. Да? Да. Колобка вам снесу? Да, вам окалю. Молока или колобка? Ака. Колобка? А то баба деда... Старенькие? Да. Так они же и так были, бабушка и дедушка. Это же старенькие. А там куля там опала воду. А там куля там опала воду. Курочка упала в воду? Да. А там она там плакала. Плачет? Да. Куля-то. Мама, чтобы набила лоб. Да?